Вы фотограф, фотохудожник, фотожурналист, фотоохотник. Что ближе из этого вам? Ну, наверное, сейчас я, наверное, ближе всего Полишук. Если я вас спрошу, что делать? Те регионы, которые имеют туристский потенциал, в первую очередь нужно делать все возможное, чтобы этот потенциал развивать. То есть животных для вас более интересен, вот в плане съемки? Лосей я часто снимаю, потому что я знаю, где они есть. Они большие, их легко найти. А есть территории, которые, ну, просто клондайк. Например, из этих клондайков, допустим, Красный Бор, Брасовский район, сафари полное, как в Африке. Дикие дебри, дубы, такая экзотика. Ты едешь под болотом, блум-блум-блум. Счастье белорусов. Даже в плохой ситуации они пытаются найти хорошее. С точки зрения нации есть черты, вот они характерны только Беларуси? Достаточно много силы в нашем народе заложено. В программе «24 вопроса» фотограф дикой природы Сергей Плеткевич. Можно ждать, а можно что-то делать. Вот я думаю, что надо делать. Смотрите в четверг на нашем канале.